Судебные приставы вмешались в коммунальный вопрос в Автозаводском районе. В квартирах жителей дома по улице Веденябина продолжительное время из крана вместо горячей воды лились весьма прохладные струйки. Горожан такое освежающее водоснабжение не устраивало тем, что за куб горячей воды приходится платить более 100 рублей. Люди обратились с жалобой в службу защиты прав потребителей. Проверка установила, что температура воды в квартирах действительно ниже положенных 60 градусов, что является нарушением. На основании результатов проверки Роспотребнадзор обратился в суд. Закономерный итог. Служитель Фемиды встал на сторону автозаводчан и обязал ресурсоснабжающую организацию привести температуру воды в норму. Вступление данного документа было возбуждено исполнительное производство. Постановление о возбуждении было направлено сторонам. Должник среагировал адекватно, исполнив требования исполнительного документа в добровольный срок. Также должник предоставил специалистов, инженеров. Ресурсоснабжающая организация устранила причины, приводящие к снижению температуры воды. Факт исполнения решения суда зафиксирован судебным приставом-исполнителем. И теперь жители Автозаводского района могут в полной мере наслаждаться горячими ваннами у себя дома. Кстати, за недогретую, но оплаченную воду люди вправе потребовать перерасчета.